Итак, в мэрии Ярославля в эти минуты идет совещание по платным парковкам. Чуть позже в здании на Андропова состоится пресс-конференция нового руководителя ПТП-1. Безопасность пассажирских перевозок сегодня проверяют и инспекторы ГИБДД. Моя коллега Дарья Коос выходит на прямую связь со студией. Даш, я тебя приветствую. Есть ли нарушения к этой минуте? Добрый день, Иван. Сегодня сотрудники ГИБДД совместно с общественниками проводят рейды на предмет безопасности пассажиров в общественном транспорте. Одной из площадок инспекторов стала конечная остановка у вокзала Ярославль-Главный. Там сотрудники ГИБДД осмотрели муниципальный транспорт. Сейчас инспекторы переместились на конечную остановку у моторного завода. Здесь идет проверка частных перевозчиков. Нарушения в пути на видеокамеру. Камеры фиксируют тайные пассажиры, а инспекторы на месте осматривают техническое состояние частного транспорта. К слову, также вопрос безопасности общественных перевозок сегодня рассматривается в мэрии Ярославля. Подробнее о выявленных нарушениях в ходе рейда и о пресс-конференции в мэрии Ярославля расскажем в вечернем выпуске новостей. Иван? Да, Даш, спасибо тебе большое, но я так понял, что пока нарушений не выявлено, ну, будем тогда ждать, что же на пресс-конференции расскажут.